110 лет со дня рождения Кристиана Диора. Вот какая сегодня дата. Модницам и модникам советуем отметить этот день ударным шопингом. Остальным отправиться с нами в вечно модный мир алтайского интернета. Ведь это иные новости. Двое жителей Алтайского края получили реальные сроки от года до двух за похищение вот этой малой архитектурной формы, украшавшей мост через Катунь. А может, они боролись за красоту природы, которую, на мой взгляд, этот колосок-переросток просто оскорбляет. Как пишет ресурс Афиша Амик, алтайские писатели и поэты отправляются на зону. Правда, не все и ненадолго. Выступать перед заключенными. Акция приурочена к году литературы. Хотя сидеть писательским служащим не один год, так, пожалуй, и до года розового бильярда досидятся. На Ютубе горнолыжное катание на трассе под Бийском. Просто белый снег, чистый воздух и много энергии. Даже завидно. Продолжим наше виртуальное путешествие уже завтра. Всем привет!